Масло, которое горит, можно потушить, только перекрытием доступа кислорода. Самый простой вариант – это накрыть сковороду крышкой или покрывалом и дождаться, пока масло полностью остынет. В противном случае, если масло будет перемещено или попадет в воздух, оно снова может загореться. Возгорание начинается из-за того, что у масла, которое вы используете для приготовления пищи, слишком высокая температура кипения – около 200 градусов Цельсия. А разогретое подсолнечное масло сначала начинает кипеть, после чего оно горит и очень быстро воспламеняется. Ни в коем случае нельзя тушить горящее масло водой. Из-за того, что плотность масла меньше плотности воды, попадая в масло, вода опускается на дно. Также необходимо учесть, что вода начинает кипеть при температуре до 100 градусов Цельсия. Когда она закипает, на дне сковороды начинается бурление, а масло находится сверху. В результате масло начинает шипеть и разбрызгиваться по всей кухне из-за поднятых паров воды. Берегите себя! При пожаре звоните 101 или 112.